только началась. Революция только началась. Важнее всего было запечатлеть, найти героев, найти тех людей, на котором это все держится не в плане финансовом и в плане организаторском фронта, а вот здесь, внутри, в самоорганизации. Кто найти наиболее яркого харизмата, чтобы потом следить за ним. Было интересно, кто они, чем они занимаются. Да, блядь, ты... Давай, малой, давай, это, собственно говоря, моя камера гораздо сильнее, чем коктейль Молотова. Коктейль Молотова может сжечь, ну, там, двух-трех беркутовцев. Камера очень сильная. Нам вполнился слава и сказали о том, что твоя камера сильнее, чем мой пистолет. А после Майдана я сразу уехал в Крым.
И после плена в Крыму это стала моя личная война. Это стала моя персональная война, это стало мой персональный, моей персональной задачей сделать максимум здесь, для того, чтобы этот опыт потом перешел в Россию. Степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.